Гала-концерт фестиваля «Берастея», запрошая с участием любительских коллективов и сольных исполнителей, невозможно было отличить от профессионального концерта, поставленного маститым режиссером. Таланты со Всебрестской области поражали публику мастерством виртуозного исполнения как певческих композиций, так и хореографическими постановками, даря зрителю широкий спектр эмоций. Инициатором данного фестиваля выступил Дворец культуры профсоюзов. Это первый областной многожанровый фестиваль любительского творчества. Данный фестиваль затрагивает именно любителей, людей профессий различных, также их детей, которые хотят заниматься вокальным каким-то искусством, каким-то цирковым искусством, оригинальным жанром и так далее. Нужно добавить, что количество желающих принять участие в конкурсе стало определяющим в изменении и статуса фестиваля. Из ежегодного городского он разросся и приобрел масштаб областного. Более 200 любителей искусства проверили свой творческий потенциал на первых этапах конкурсной программы. Лучшие получили возможность выступить в гала-концерте. Мне кажется, фестиваль попал в десятку. Удался фестиваль. Каждое выступление было наполнено своими красками, своим характером. В каждом из участников была своя изюминка. Безусловным талантом и харизмой обладал каждый из участников фестиваля. Но самое главное, чего порой не хватает уже признанным звездам, это душа, вложенная конкурсантами в каждый номер. Энергетика любви к своему мастерству передавалась всем присутствующим в зале. Наш коллектив любительский, он существует порядка 20 лет. Вот. Все мы работаем в фирме «Продтовары» открытого акционерного общества. Каждый занимает свою должность, у каждого свой род деятельности, но, однако, как говорится, музыка нас объединила. Связала. Музыка их связала. Связала сердца и души всех участников творческого феста. И гала-концерт «Берастея запрошая» стал наилучшим тому подтверждением. Возможность реализоваться творчески, поделиться крупицей души со зрителем, получить заряд на дальнейшее творчество осуществилась у всех конкурсантов.